подъехала новенькая, интересная и, самое главное, свежая информация. Всем привет! У микрофона Вели, извиняюсь за то, что я прям ба-бам по микрофону, собственно, да. В общем, пошла информация о том, то, что в обновлении 0.20.0 завезут кейс. Кейс с кухней-ножом, как бы, если вы смотрели мои предыдущие ролики, вы уже почти все про обновление знаете, про новую карту, про греческий стиль, про кухней-нож. И тут говорится, появляется информация о том, что у нас, собственно, ножик будет в кейсе, потому что БП готовят абсолютно для другого. По моему мнению, скорее всего, для оперативников, потому что давно пора уже, как говорится, завозить оперативники. И теперь вопрос. Вот у нас есть с вами магазин, да, собственно, здесь у нас все есть, да, собственно, и как бы куда вставлять кейс? Правильно, нужно какой-то кейс убрать. И тут встает интересный вопрос, сейчас все комьюнити об этом говорит, о том, что уберут ли Fable кейс? Не попрощаемся ли мы с Fable кейсом? А я напомню то, что Fable кейс это очень и очень интереснейший кейс с ножами-бабочками, с Butterfly Legacy моим любимым и так далее. Блин, в PUBG Mobile постоянно входят какие-то обновления, новые БПшечки, новые скинчики, новые кейсики. Где ж мне взять UC, да по супер-мега выгодной скидке, чтобы это было легко, в два клика? Постой. Точно! Качишоп! Точно, Качишоп это то место, где я могу купить UC для PUBG Mobile очень выгодно и с большой скидкой. Регистрируйся в Качишоп и подписывайся на их группу во ВКонтакте, чтобы не пропустить выгодные предложения. Ну что, самое время наконец-то мне пополнить баланс для PUBG Mobile. Вот я вижу 300 UC плюс 25 UC я получаю в подарок, и у меня получается скидка на купон, еще скидка одна. Боже мой, ребята, это нужно брать. Нажимаю купить, введите пароль. Отлично. Пополнение счета завершено. Остаток момент. Все, это я в два... Офигеть! Вот он, код на пополнение. Просто в два клика. Лично я сэкономил уже 409 рублей, покупая UC в Качишоп. Экономьте и вы. Покупайте UC для PUBG Mobile в Качишоп с невероятными скидками. Ссылочка в описании. Кстати, PUBG Mobile официально поддерживает Качишоп. Вот их пост ВК, все с галочками, поэтому все супер надежно и все супер честно. Поэтому прямо сейчас, бро, поставь, пожалуйста, царский лайк, подпишись на канал с колокольчиком, комментарий там влепи по косте. А вот эту информацию самыми первыми узнают мои ребята из телеграм-канала моего. Ссылочка в описании, подписываемся. Там почти 200 тысяч подписчиков. Давайте добьем там 200 тысяч подписчиков, чтобы все было вообще чики-ба. Так вот, новый нож кукри, собственно, завезут новый кейс. Это по информации, это как бы вы не думаете, то, что сейчас официально все вам как бы говорю. Я где-то слышу информацию, и дальше я это дело обсасываю, обдумываю, как это может быть. И, наверное, многие сейчас скажут, типа, Велясик, ну ты что, типа, с дубу рухнул, как вообще Fable кейс уберут? Если, как бы, ну, собственно, когда Rival кейс убирали из магазина, вот, то, собственно, как бы, ну, была акция, понимаешь, была акция, мы были предупреждены. Вот, то, что как бы кейс уйдет. И, собственно, мы закупались кейсом заранее. Так вот, я такой, тоже думаю, типа, да ну нафиг, да не может быть. Это какой-то опять там кто-то сказал, кто-то подхватил и все, как говорится, поехал и поехал. Но, ребятулечки, собственно, как говорится, еще нету трейлера. Еще нету обновления даже какой-то вот. Ну, типа, знаешь, это все близко, это все скоро. Но, как говорится, даты, прям конкретные даты пока что мы не знаем. Есть какая-то информация, но это как это, типа, знаешь, засекреченное, конфиденциальное. И то, дата одно может быть на день раньше, на день позже и так далее. Да, как говорится, как в сторы пропустят, потому что, опять же, говорят, еще модерацию в Google Store проходить, в App Store какую лютую модерацию нужно проходить, а App Store там, конечно, берут разработчиков за их, как говорится, ну вы поняли за что. Вот, и, собственно, время-то на самом деле есть. Время есть, и что-то мне подсказывает, что когда выйдет трейлер, собственно, после трейлера обновление там будет выходить там через неделю, 10 дней, maybe 2 недели, да, как бы. На самом деле, потому что обнова-то у нас сезонная, большая, классная, красивая, вообще пушечная. Самая, так сказать, будет масштабная. Поэтому, в принципе, после трейлера я примерно ожидаю, что, ну, 2 недели. 2 недели, в принципе, это нормальный такой срок. И за 2 недели можно как раз впилить акцию. Можно впилить акцию вот сюда, вот, собственно, акция. Там, типа, задонать там 100 голды, получи 100 голды и Fable кейс подарок, например, да? Вот, и на самом деле это было бы, ну, супер логично, но опять же говорю, нифига себе, сначала Rival кейс убрали, потом Fable кейс уберут, это...
довольно-таки сильно. Но опять же говорю, а куда тогда сувать нож? Как вы себе понимаете? То есть, вот помните там Battle Pass? Я вот эту всю тематику, вот схематику выхода обновления, схематику обновления у Excelbolt я знаю просто от и до. Если вдруг, как говорится, нож выходит не в БП, то в БП выходит что-то другое. Нельзя в БП засунуть и оперативников каких-нибудь, и новый нож кукри, понимаешь? Вот, а если это сезонное обновление, с новыми коллекциями нельзя нож сывать в спины ни в коем случае. Потому что, опять же говорю, если вы засунете нож в спины, то это будет один нож, да, как бы. Один нож, он такое глобальное большое обновление, да ну нафиг, как говорится, надо, да. Поэтому все больше и больше я верю в то, что будет у нас отдельный кейс под это все, отдельная коллекция с ножами кукри, что все будет просто чики-бамба-лейла. Кстати, по поводу того, что еще и Rainbow Sticker Pack, да, давным-давно пора убирать. Тоже есть информация, и вместо Rainbow Sticker Pack'а нам, собственно, добавят граффити-капсулу. То есть у нас будут новые граффити, все дела, потому что, как говорится, в этом обновлении, в пятилетке, помните, добавили граффити. Это граффити обкатали, да, как бы с граффити нету вообще никаких багов. То есть, в принципе, можно сразу заводить какую-нибудь просто умопомрачительную коллекцию, понимаешь, в Stand of 2. И, собственно, ждем, я думаю, ждем акцию. Сразу говорю, сразу заранее, дамы и господа, вот здесь меня внимательно, пожалуйста, слушайте. Я думал, пилить вам ролик или не пилить вам этот ролик, потому что, опять же говорю, я прекрасно знаю, насколько вы у меня очень сильно подвержены панике, понимаешь? То есть не нужно сейчас скупать Fable Case. Я еще раз напомню, есть офигенная стратегия. То есть если вы хотите как-то с удаленного кейса окупиться, есть очень офигенная стратегия, и все люди, которые придерживаются моей стратегии, они всегда окупаются. Вот-вот, сейчас заходим на Rival, 175 голды. В принципе, 175 голды, если мы продаем вместе, как говорится, с этим. Давай вот я на Фуриусе 175 голды, да, получается? 175 голды минус комиссия. Это они уже почти наполовину в плюсе. Что нужно делать? Во-первых, дамы и господа, мы дожидаемся акции. До акции мы не двигаем пальцем, даже мизинчиком мы не двигаем, понимаешь? Потому что, опять же говорю, может все что угодно случиться. То, что Fable Case удалят, это опять же на уровне слухов. Но как мы все знаем, слухи, наверное, которые, ну, я, собственно, проверяю, на 90% сбываются, как это было, собственно, и с Rival кейсами, you know? Вот, и, собственно, мы дожидаемся, вылетает, значит, такая красивейшая акция, может быть, за пару дней до трейлера, может быть, сразу, как говорится, после трейлера, может быть, на 0.19.5, какая у нас сейчас версия, 0.19.4, на 0.19.5, если что, есть информация, что тестеры тестируют 0.19.5, у нас еще один патч выйдет, понимаешь? Вот, и, собственно, на 0.19.5 нам, возможно, прям сразу же завезут акцию. И мы, как бы, увидели акцию, и все. Дальше что мы делаем? Мы... пользуемся акцией, потому что это выгодное предложение. А во-вторых, мы закупаемся на 80% от суммы, которую хотим. То есть, допустим, если я хочу купить 100 кейсов, я покупаю 80, ну 85 максимум, да, понимаешь? Потом, когда Fable Case убирают нафиг с рынка, с магазина, добавляют на рынок, мы отлавливаем цену, потому что все, что было с Rival'ом, что было? Rival выпустили на рынок, все, цена была там почти 99-98. Сразу же, понимаешь? Сразу же все начали почему-то сливать свои Rival кейсы, и цена была, ну, на 2-3 голды дешевле, но если мы закупаем большое количество, мы в хорошем плюсе. И дальше вы закупаете то, что вы хотели закупить, и ждете. Все это очень просто. А потом, как говорится, просто ждете, и рано или поздно, как говорится, Fable, который, возможно, удалят, будет стоить там 200, 250, 300 голды, да, вот никто почему-то не верил в то, что Furious Case будет дорого стоить. Смотрим, 425 голды, и это еще не потолок, ведь мы смотрим, сколько может стоить Origin Case, сколько стоит Origin Case. Origin Case уже стоит, ну, почти 6000 голды, почти 6000 голды стоит Origin Case. Вот, и я вам скажу вот что, дамы и господа. Ну, типа,
Rival Case, Furious Case, Fable Case может стоить еще больше, понимаешь? Вот, потому что, как говорится, ну, на Fable Case, тут понятно, тут ножи бабочки, тут как бы это уникальные ножи. Ладно, если мы берем, допустим, какой-нибудь Rival Case, да, там не очень шибко популярные ножи, есть фанаты у G-команда, но, как говорится, ну, почему-то как-то, ну, так как типа, отвертки, вот. А на Fable, ну, тут, извините меня, ядрить, колотить, ты посмотри. Смотри, Butterfly Legacy, Butterfly Dragon Glass, Butterfly Black Widow, Butterfly Starfall, бро. И это жестко, и это жестко. Еще раз напомню, ребятушки. Может ли выйти акция? Может. Может ли акция не выходить? Здесь я тоже об этом, кстати, думал. Может ли акция не выходить, а кейс просто будет удален? Наверное, на 95% я не верю, что можно так кейс удалить, как бы и добавить просто на рынок. Но, опять же говорю, вспомним Origin, когда все такие, типа, что? Удалят. И тут бам! Его удаляют. И сразу кейс начал стоить просто, ну, ультра много голды, он стал более уникальнее. Но, опять же говорю, Furious, Rival, все это было с акциями, поэтому я все больше верю в то, что, как бы, ну, ждем акцию, все дела. И, как говорится, расчищаем полки магазина для новых коллекций, для новых кейсов, для всего самого, как говорится, новенького, для обновления 0.20.0. Ну, а я сейчас, кстати, уже, как бы, ну, ролик выйдет 31-го, а у нас вообще есть в июле 31 число? Да, есть в июле 31 число. Ролик выходит 31-го, это последний день июля, дальше идет август, ну и, собственно, август — это последний месяц лета. И, собственно, как говорится, если я раньше говорил то, что обнова совсем скоро, то я вам скажу сейчас так, то, что обнова вот-вот уже выходит. И выйдет она гораздо быстрее, чем вы думаете. Потому что очень много такие: о боже, наверное, к сентябрю выйдет. Не, ни в коем случае. Ни в коем случае, парни. Совсем скоро обно. Все это дело доделывается. Все это дело. Спасибо большое за карта Кинг. Ага, пососал. Совсем все это, как бы, доделывается. Уже финальные штришки. Конечно, еще там пару патчей нужно выпустить там на 0.19 версии, да. Вот. Но, как говорится, кто ждет, тот дождется. Я вот жду, я сильно разработчиков не тороплю. Я даже, наверное, как бы, ну, знаешь, наверное, в глубине души я даже рад, что обновление задерживается. Потому что что? Потому что я не хочу, чтобы разработчики все это делали в спешке. Я не люблю спешку, понимаешь? Потому что, как говорится, поспешишь — людей насмешишь. И очень много было, как говорится, показательных моментов, когда разрабы все делали в спешке. И в итоге что? И в итоге выходило багано, лагано, короче, и все, как бы. Там сервера падали, ты сидишь, короче, там 3 часа пытаешься в игру зайти, ты зашел в игру, ролик отснял, тебя кикнуло, и ты еще пытаешься там 3 часа в игру зайти. Вот, но я хочу, чтобы все было максимально грамотно, чтобы, как бы, все дело было подготовлено, да, как бы, чтобы все было допилено, докручено максимально, чтобы не было вот этого, вот, опять же, говорить: о нет, вперед, давайте, let's go! Вот, чтобы все было чики-бабалейло. Поэтому я жду спокойно, я, хочу сказать вам то, что вы, чтобы вы тоже спокойно ждали все это дело, потому что я все больше и больше замечаю комментариев там по типу: да, говорю, разработчики, вы вообще, блин, дураки, нормально не можете выпустить все в срок. Я вам скажу так, то, что все в срок выпускается. Главное, чтобы все выпустилось, чтобы все релизнулось максимально допиленным, доделанным, оптимизированным. Понимаешь? Потому что страшно, страшно. Обновление самое крупное. В обновлении очень много всего интересного. В обновлении очень много новых механик, новая карта. Не удивлюсь, если молотов, не удивлюсь, если оперативники. И не удивлюсь, если это будет самая масштабная обнова за всю историю Standoff 2. Но у микрофона был Веля. Подытожу: ждем акцию с Fable кейсом. И тогда мы уже будем эти Fable кейсы закупать. Не сейчас, после акции. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте лайк, подписка на канал, колокольчик, плюс комментарий, телеграм в описании. Подписываемся. Всем удачи! Пока, ребята!